команд девушек 2002 года рождения. В нашем турнире, кроме непосредственно турнирных игр, команды приняли участие в трех конкурсах. И сейчас мы наградим победителей. В первом конкурсе «Снайпер», который еще называется «Американка», победила игрок под номером 8 из команды «ОР» номер 4 имени Гомельского Марина Лесова. С результатом 176,67 победила команда «Тринта-1» в составе Ксения Михайлова, пожалуйста, выходите сюда, девочки, Елизавета Еленина, Светлана Ямбарцева, Ангелина Боркова, Елизавета Воронина, Кристина Лебедева и Кристина Мулихина. Это Аня Барышникова и Маргарита Жилкина из команды «Глория». Они уже получили свои призы. А вот девушки из команды «Самары» мы вручаем, девушкам вручаем призы сейчас. Это Валерия Сарова и Александра Гришина. Thank you.
игрок под номером 14, капитан команды Алена Кобрякова. Thank you.
нас стала Алена Добрякова, номер 14. Она принесла своей команде на этом турнире 57 очков. И также в конкурсе штрафных бросков она тоже оказалась лучшей, 68%. Поздравляем, желаем дальнейших успехов и тебе, и команде. Участников соревнований, хотя у нас еще одна.